Смотрите, какие у нас 4 расцветки костюмной ткани в полоску. Валенсия. Приехала прямиком из Турции. Прекраснейшая ткань, довольно плотная. Имеет немножко суховатую структуру. И она немножко зернистая. Вот такая вот креповая, как будто. Полоска здесь шириной 2 сантиметра. Прекрасно смотреться будет на жакетах. Также на сарафанах или платьях. Вот этот вот голубой оттенок, очень летний, очень весенний. Можно шить и пиджачок или сарафанчик уже на весну, на лето. Может, кто-то собирается в отпуск, то как раз вам прекрасный вариант. Также есть песочного вот такого вот оттенка. Очень красиво будет смотреться на брючках палаццо. Серый оттенок. Серый оттенок, он с теплотой, немного с бежевинкой. Костюмная ткань совершенно не тянется. Полоска располагается вертикально вдоль кромки. Она очень красиво ложится в складочку. Драпируется прекрасно и не мнется. Можете совершенно не бояться и чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня. Вот эта черная полоска. Прекрасный вариант для широкого оверсайз пиджака и для длинной юбки. Рекомендуем вам эти ткани. Приходите, смотрите и выбирайте. Ссылочка будет в описании под видео.